Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, как обычно, английский сервер. Попробуем словить скин на Славина. Славина, Свалина. Какая нахрен разница? Все равно герой косорылый. Так, вот такие вот паки я забрал. Поехали, попробуем открыть. Ну, я сомневаюсь, что мы сейчас сразу соберем. Так, а что там еще не влезло? Красные кристаллики. Все как обычно. Бум! 20. И что у нас по итогу? Не хватает. А нет, все отлично, все четенько. Вот так вот он теперь выглядит. Ну, поехали, посмотрим на эту бибку. Командора очень круто смотрится. Ух ты, нифига себе. Посмотрите на башню. Ну, я вам скажу, у него скин очень, скилл очень прикольно смотрится. Жух, вот это жестко, конечно. Красиво, красиво, реально красиво. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, как вам скин на него. Мне реально понравился. Зашел. По сравнению с тем, что было, это, конечно, круто, но все равно сущности этого героя это не меняет. Смотрите, вообще четко. Слился. Четко слился. Мне еще нравится скин на Хрона. Тоже очень прикольно смотрится. Блин, ну круто. Хорош, посмотрите, как держит против обычных незаряженных. Все, слили его. Ну, не знаю, мне понравилось. В любом случае что-то интересное и новое. Так. Такс. Рекс, фекс, пекс. Что тут у нас делается? Можем открыть. И лимит опять. И же подкопим. Очень все печально с книгами. Надо уже, наверное, силушку доапать. Что-то я остановился. На ком мы там остановились, на прокачке? 50-ок. Ворожая второго качая, в принципе, его сейчас качать смысла нет. Так, что нам интересное было. Сейчас я посмотрю, что там по ресурсам. Не так уж и много книг. Давайте
выкачаем, все равно будет второй состав для теста. А я хотел еще по акциям пробежаться, посмотреть, что там есть. Так, хрустальный. Че, больше такого нету сегодня. Супер гифты. Такие себе. Ну, все как обычно на лиском сервере. Так, Plant for Prizes, Prospector. Ну, интересно, какая там сегодня баназа у нас. Ничего не поменялось. Что-что, а здесь они успешно ничего не меняют. Кстати, я таки чару... Я не знаю, что-то чары очень плохо падают. Даже с этих ихних коробок. Очень все печально. Хотя четвертые падают, а вот пятые. Что-то надо будет позадротствовать. Вы представляете, сколько это надо времени? По-любому тут одна пятерка хотя бы должна упасть. 400 за сколько коробок? Четверку вытащим. Нафига эти коробки уже, если есть? Сразу же пятая готовая. Это будет как с талантами. Куча талантов на складе будут валяться. Коробок. Ну вот видите, четверка ВПА. Там, по-моему, кому-то четверки поставила, а у него четверка. Можно на Кузьму затулить. Архидемон уже пришел. Вот видите, четверки падают только так. Но четверки довольно-таки неплохие. Получается, отхил у героя увеличен в два раза. Надо будет потом пятерки ролить. На ворожа я поставил тоже. Не на Тессе. 4-5 стоит. За дела. За силушку вернуть. Там у нас по топу. Герой рвется в топ. Такс. Что у меня вообще по кристаллам? Ну, как видите, тут книг дофигища надо. 7000 есть. Ну, можно больше уже было бы набрать. Особенно спешить некуда. Короче, не знаю, вот скин на Хрона мне понравился очень, а вот этот скин тоже, в принципе, неплох и смотрится красиво. Посмотрим, что же будет дальше. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.